Появляются новые подробности разрыва голливудской пары Джонни Деппа и Эмбер Хёрд. Оказывается, Депп избивал свою супругу. Об этом сообщила сама актриса, предоставив в качестве доказательства фотографии, на которых видны следы побоев. Через суд она уже добилась, чтобы мужу запретили подходить к ней ближе, чем на 100 метров. Как заявила Эмбер, снимки всего недельной давности, они сделаны после того, как Депп, разозлившись, несколько раз ударил ее и запустил в нее телефоном. Подобное, по ее словам, происходило и раньше.